Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимирезов принял участие в торжественной церемонии вступления в должность главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, которая состоялась в Государственном театрально-концертном зале Грозного. В этот же день столицы Чечни отмечали День города. Грозному в этом году исполнилось 198 лет. От имени жителей Карачаево-Черкесии от себя лично Рамзана Кадырова поздравил глава Рашид Тимирезов. Безусловно, народ Чеченской республики голосовал сердцем, понимая, что голосуют за свое будущее, а будущее они связывают именно с вами, Рамзан Ахмадович, с истинным патриотом своего народа, с истинным патриотом большой нашей великой страны Российской Федерации. И абсолютно убежден в том, те надежды, которые они с вами связывают, вы вместе все их обязательно воплотите.